совсем недавно пополнил состав Минского «Динамо». Шестую встречу проводит Шуйнар в Минске. И пока что ни одного набранного очка при показателе полезности минус 6. Еще один момент. Вот это да! И вот это сейф Майкла Гарнета. Но как здорово сейчас сыграл Евгений Додонов. И еще один момент на этот раз у Шуйнара. Ну что, всплеск эмоций в исполнении Минска. И затем уже врезался во вратаря. Но арбитры усмотрели в этом эпизоде нарушение правил. Ну, великолепнейший просто сольный проход Евгений.